Дворец культуры – это настоящий центр притяжения для жителей Тракторозаводского района Волгограда. Построенное в 1970 году по проекту архитекторов Дынкина и Фиалка, здание в наши дни признано объектом культурного наследия регионального значения. Однако капитального ремонта Дворец культуры не знал более полувека. Работы по обновлению фасадов начались здесь в феврале этого года. Перед специалистами стоит непростая задача – полностью восстановить первоначальный облик ДК. И оконные блоки, и сам материал штукатурки, который был задуман архитекторами в 70-м году, мы должны были повторить, и, в принципе, подрядная организация успешно это выполняет. Также наше знаменитое гранитное крыльцо, которое, ну, на самом деле, еще до середины этого года было в удручающем состоянии, также входит в объем работы подрядной организации. На сегодняшний день оно, все ступеньки по очередности были демонтированы, сделано новое основание, было новое армирование. Все ступеньки были пронумерованы, чтобы не спутать. Несмотря на то, что гранит считается практически вечным материалом, он также требует особого внимания и бережного отношения. Реконструкция крыльца проводится в два этапа. Сначала специалисты демонтировали и обновили гранитные плиты на одной половине лестницы. И только после этого приступили к работам на другой части. После длительной эксплуатации ступени просели. Вот, они в разных уровнях лежали. Мы их демонтировали. И сейчас выполняем их, то есть в один уровень монтируем. Ступени все равно бывают они разные, поэтому каждую ступень приходится подгонять индивидуально. Продолжается и восстановление декоративного штукатурного покрытия стен. На данный момент выполнено уже более 50% работ. При этом специалисты используют специальную смесь с добавлением перлита. Именно такая штукатурка использовалась при отделке здания во время его строительства. Одновременно ведутся и работы по благоустройству прилегающей территории. На данном этапе сейчас проходит устройство плиточного покрытия и прокладки поливочного водопровода. Задействовано 4 единицы техники и для полива, и для покрытия. На данном этапе мы сделали демонтаж и подготовили территорию под уже под покрытие. Уже сегодня начали укладывать плитку. Обновление фасада Дворца культуры – очередной этап приведения в порядок исторической части Тракторозаводского района. Специалисты не только возвращают зданиям привычный облик, но и ведут работы по комплексному благоустройству и озеленению. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».